Сначала было за нами. Не сказать, что Нерчи владел преимуществом. Играли вторым номером. Мы старались играть первым номером. Давление создавали. Мы пропускали контратаки, стандартные положения опасные очень. Но в целом игра во втором тайме, особенно с нашим преимуществом, прошла. И слава богу, что додавили соперника. И если без пенальти считать, вы победили бы или выиграли бы? Ну, пенальти это тоже голевой момент. Если Джергалбек убрал бы в сторону и пробил бы в девятку, мы бы сейчас здесь все стояли и аплодировали бы, да? Ну, так получилось, что пенальти это тоже игровой эпизод, заработали, реализовали. И кто из соперников выложился по полной, кто сыграл? Да. Я думаю, Нерчи не сказать, что кого-то можно выделить. Вся команда сбалансированная у них. Ребята стараются в техничный футбол играть, не бить. Ну, видно, как бы, тренерская работа. Команда хорошая.